В Уфе 10-летний сын пырнул отца за отказ играть с ним. Папа сейчас находится в больнице под пристальным вниманием врачей. Все произошло сегодня ночью в одной из квартир обычной уфимской семьи. Десятилетний отпрыск всю ночь мешал отцу спать, будил, донимал и звал развлекаться. Уставший после работы батя долго терпел капризы, но не выдержал и все-таки повысил голос на сына. Он, видимо, такого резкого ответа не ожидал. Сын начал кричать в ответ на отца, в конце перепалки больше не нашел слов, схватил нож на кухне и несколько раз ударил. На крики прибежала мать, обнаружила мужа с ранами на правом боку и руке. Сынуля успел три раза нанести удары ножом отвернувшемуся отцу. Мать перевязала отца и вызвала скорую помощь, которая госпитализировала раненого мужчину. Теперь мальчику грозит серьезная порка после того, как отец выпишется из больницы. Но за это сын может и убить.